Дорогу во дворе на Мяге, вспоминает местный старожил Нина Мантрова, не ремонтировали около 40 лет. Когда жители увидели здесь рабочих, сразу поняли обновлению быть. За пару недель здесь полностью заменили более 1000 квадратных метров покрытия, оборудовали парковку на площади в 150 квадратных метров, установили новый бортовой камень. Дорога сделана очень быстро, качественная, хорошая. Мы сами следили за всеми буквально. Не давали никому покоя. И за работой. И как асфальт кладут. Ну, в чем все за нами было. Чтобы двор окончательно преобразился, теперь за дело должна взяться управляющая компания. Ремонт отмосток и подходов к подъездам – задача коммунальщиков. Ремонтировать внутриквартальные дороги в Самаре начали в мае. Всего в этом году планируют привести в порядок 67 внутриквартальных территорий во всех районах города. На это из бюджета всех уровней выделили 176 миллионов рублей. Завершить работы рассчитывают к сентябрю. Сегодня завершены работы по адресу Мяги 68-10-12. Сейчас производится отбор кернов для проведения лабораторных испытаний на качество проведенных работ, на толщину уложенного асфальтобетонного покрытия и на прочие характеристики. Кернами называют фрагменты нового покрытия, которые специалисты берут на проверку. Небольшие отверстия, оставшиеся после взятия проб, сразу заделывают. На месте эксперты измеряют только толщину слоя асфальтобетона. Исследования качества смеси и ее плотности будут проводить в лаборатории. Всего в этом году на проверку отправили около 500 образцов. В данном дворе отбор по внутриквартальным территориям произведен впервые. Толщина слоя соответствует всем нормам ГОСТам, даже более чем. Гарантия на ремонт внутриквартальных дорог 5 лет. Взяв образцы асфальта, служба контроля отправляется на улицу Мариса Тореза, где сейчас идет комплексное обновление. В рамках двухлетнего контракта приводят в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, газоны, устанавливают дорожные ограждения, бордюры, наносят разметку. Качество покрытия на дороге проверяют на каждом этапе. Результаты экспертизы оглашают спустя 2 дня. Если качество асфальта экспертов не устроит, подрядчику предстоит исправить недочеты за свой счет. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.